Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем на Родина РП, первый сервер. Не забывайте вводить мой ник при регистрации, потому что если вводите мой ник и прокачаетесь до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому обязательно вводите мой ник при регистрации. Также хотел бы напомнить, что у меня есть свой инстаграм, там выходят разные фоточки и видео из моей жизни, поэтому советую всем на него подписаться. Ну что ж, пацаны, в этой серии я хочу поехать на дерби и попробовать там заработать очки и, возможно, купить какую-то машину. Либо получить там бронзовую рулетку и так далее. И вы писали в комментариях, что здесь можно как-то интерьер сделать нормальный, типа, ну, не такой вот, как сейчас, а обустроенный уже. Я не знаю, как это делается, давайте попробуем прописать команду house и давайте посмотрим. Вот, улучшение дома. Так, мини-бар, улучшение планировки, гардероб, подвал, ремонт. Так, ремонт. Это потолок у нас получается, стены, окна, двери, пол. Блин, я просто не знаю, типа, как это делается, поэтому я, наверное, это трогать не буду, скорее всего. Кто знает, как это все сделать, как просто сделать обычный интерьер. Не просто самому, типа, расставлять мебель, а просто сделать обычный интерьер. Давайте, может быть, здесь посмотрим, вот... Просто пример вам покажу, потому что я не хочу такой интерьер, типа я хочу обычный. Не, здесь такой же самый интерьер, поэтому пример вам я не покажу, походу. Короче, давайте я уже сейчас сяду на какой-то из своих транспортов. Кстати, я забыл Ford припарковать, надо будет его припарковать. Берем вертолет и полетим сейчас, получается, на дерби и попробуем там подняться, ну, немножко, по очкам хотя бы. Открыть какую-то новую машину. Кстати, у кого есть идеи, что можно поснимать на родине, то пишите обязательно свои идеи, либо предложения в комментариях. Я все комментарии читаю, поэтому можете смело писать. Возможно, какую-то новую рубрику вы можете мне предложить, чтобы я поснимал. Либо еще что-то, просто пишите свои идеи реально в комментариях, и то, что мне понравится, об этом я запишу видео. Поэтому, пацаны, дерзайте, не стесняйтесь, пишите свои идеи в комментариях. Все, я приехал до дерби, и я буду все это показывать вам в ускоренном виде, потому что смотри, как я 20-30 минут буду ездить, это будет не очень интересно. Ну а само дерби это прикольная тема, реально мне очень нравится, у меня там открыто много машин. Ну как много, немного машин, но можно в принципе, вот у меня открыто, ну не половина, но почти половина. У меня 11 машин открыто, и следующая тачка это вот это лоаф какая-то. Потом BMW M4. Вот BMW M4 я хотел бы открыть, чисто хотя бы на ней поездить, потому что на сервере я даже, по-моему, BMW M4 не видел. Серьезно, я, по-моему, даже ее и не видел на сервере. Я не знаю вообще, типа, есть она или нету. Ну, типа, если здесь написано, значит, есть BMW M4. Но почему-то я не припоминаю, что она есть на серваке. Надо будет это все узнать, посмотреть. Здесь только одна тачка стоит, 4 человека есть, участников. Короче, все вы будете смотреть в ускоренном виде, ну а я погнал катать.
Ну, короче, вы сами все видели, то, что сначала было очень сложно, потому что, блядь, меня таранили тупо вот эти чуваки на тюремных грузовиках, таких здоровых, короче. Против их просто переть, это, ну, реально бред, потому что газелька, ну, их даже не отталкивает, как вы видели. Поэтому я, конечно, немножко побомбил. Это хорошо, что я без звука был. Я там отекался, пацаны, очень жестко. Не знаю, видели вы или нет, либо поняли вы или нет, но... Я матерился, пацаны, как сапожник просто, потому что реально они просто очень мешали. Просто очень мешали, но я успел все-таки доставить, по-моему, один флаг всего лишь. Но в итоге я остался один, здесь никого нету, видите, вот даже этот чувак вышел. Поэтому сейчас вообще никого нету, я не знаю, что делать. Я думаю, будем заканчивать, короче, серию, пацаны. Всем спасибо за просмотр, такое жесткое дерби, короче, сегодня было, потому что против меня было три грузовика и один чувак на маршрутке, так сказать, но все-таки мне удалось хотя бы один флаг доставить. К сожалению, если ты остаешься один в этой комнате, то ты не можешь доставлять флаги, надо, чтобы было хотя бы минимум два человека в комнате, поэтому вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, пацаны, вводите мой ник при регистрации, и всем пока-пока.